6 по 8 сентября Самара празднует свое 438-летие. Как происходила эволюция городского пространства? Благодаря каким экономическим, социокультурным процессам и людям Самара из крепости на Волге преобразилась в губернскую столицу? Какую роль в ее судьбе сыграл государственный общественный деятель Петр Алабин? И почему один из дней масштабного праздника будет посвящен именно ему? Об этом рассказывают ученые-историки Самарского исследовательского университета имени Королева, профессор Петр Кабытов и доцент Елена Шленкова. Смотрите программу «Город С» 5 сентября в 19:30 на телеканале «Самара ГИС».